Добрый день и добро пожаловать в Персию. В предыдущих роликах мы знакомили вас с интерфейсом и рассказали о способах загрузки резюме в вашу единую базу кандидатов в Персии. Из этого видео вы узнаете о том, как работать с карточкой кандидата. Загрузим систему резюме. Для этого воспользуемся кнопкой «Добавить кандидата» и выберем способ загрузки резюме. Например, добавим резюме из текстового файла. Система автоматически распознает информацию и создает карточку кандидата. В этой карточке вы сможете редактировать фамилию, имя, отчество, контактную информацию и добавлять ссылки на соцсети. Добавлять карточки навыки и категории. Это может понадобиться вам для поиска, и об этом я расскажу в следующем видео, которое будет посвящено поиску по вашей базе в Персии. Также у вас есть возможность отредактировать исходный текст резюме. Для этого нужно нажать на иконку карандашик и перейти в визуальный редактор. После того, как информация доредактирована, вам нужно нажать кнопку «Сохранить резюме». В дальнейшем вы также можете добавить рейтинг кандидата, то есть обозначить ваше субъективное мнение о нем. Сделать это легко с помощью вот этих звездочек. Карточка кандидата готова и добавлена в вашу единую базу в Персии. Теперь ее можно привязать к вакансии, либо к нескольким вакансиям сразу. Для этого воспользуйтесь кнопкой в левом верхнем углу. Выберите из перечня вакансию, которую хотите привязать к резюме, и нажмите кнопку «Добавить». Здесь же вы можете переводить кандидата с этапа на этап. Обратите внимание, что слева у вас есть кнопка «Назначить собеседование». В этой форме выберите вакансию, дату и время, на которое хотите назначить встречу. Вы также можете оставить комментарий к собеседованию в поле «Пояснительный текст». Его сможете видеть только вы и ваши коллеги-рекрутеры. Кроме того, прямо из этой формы вы можете отправить письмо приглашения. Для этого воспользуйтесь соответствующим шаблоном письма. Если вы смотрели предыдущие ролики, то знаете, что вести переписку с кандидатом можно прямо из вашего аккаунта в Персии. На странице карточки кандидата вам доступны вкладки «Переписка», где можно посмотреть новые письма от кандидата, «Отправить письмо соискателю» и также «История», где можно посмотреть всю историю взаимодействия с кандидатом и комментарии коллег и заказчиков к его резюме. Вам также доступно поле для комментариев. И обратите внимание, у вас есть возможность скрыть комментарий от заказчика. Для этого просто поставьте галочку в соответствующем поле. Комментарии также можно привязать к определенной вакансии. Для этого выберите соответствующую из списка и нажмите «Добавить комментарий». Все комментарии пользователей вашего аккаунта сохраняются в карточке кандидата. Сегодня вы узнали о том, как эффективно работать с карточкой кандидата. Следующее видео будет посвящено поиску резюме по вашей базе в Персии. Если у вас возникли вопросы или предложения, свяжитесь с нами. Всегда будем рады помочь.